На улице снега нет, но для веселых эльфов это не проблема. В снежки, пусть и не настоящие, можно поиграть в доме великана. Хозяин волшебного дома с гигантскими предметами придумал для своих гостей массу новогодних сюрпризов. И это не только удивительные фотозоны. Здесь готовы исполнить самые заветные желания. Их просто нужно шепнуть на ухо Деду Морозу и обязательно поверить в чудо. Это замечательное кресло для нас приготовил сам великан, который здесь живет. На нем, говорят, исполняются все самые заветные желания. Для наших гостей города Сочи приготовили замечательный новогодний праздник. Пригласили Деда Мороза, нарядили замечательную елку, возле которой можно сводить хоровод, списать и спеть песенки. Тарелки в доме великана на Новый год бьют не только для того, чтобы попрощаться с плохим настроением, но и просто на счастье, чтобы год приносил только положительные эмоции. Из дома великана направляемся в музей занимательных наук. Здесь, в комнате Эймса, это помещение для трехмерной оптической иллюзии, можно всего за несколько секунд вырасти или уменьшиться прямо на глазах. А еще принять участие в настоящих археологических раскопках или узнать, как устроен человек. Все не просто можно, а нужно трогать руками, исследовать, собирать и разгадывать. В Гениуме у нас тут все связано с физикой, механикой, иллюзиями, головоломочками. Ну и самое важное, что дети не просто ходят, наблюдают за экспонатами, они самостоятельно могут все это опробовать. А здесь можно пообщаться с роботами, которые не только способны запоминать массу информации, но и выполнять различные команды. Этот, например, может отжиматься или танцевать. Из музея занимательных наук в конный театр. Пока в зрительном зале только один Дед Мороз. Артисты продолжают репетировать новогоднее шоу. Что самое такое уникальное в этом всем, трюки будут живые, киношные трюки, но они будут выполнены здесь одним дублем, профессиональными каскадерами на наших замечательных лошадках. Необычными будут не только трюки, но и сюжет представления. Это шоу о молодости главного новогоднего волшебника. Дед Мороз соберется на каникулы и попробует найти себе замену. Что из этого выйдет, расскажут артисты и главные звезды театра – лошади редких пород со всего мира. Познакомиться поближе с братьями меньшими можно и в зоопарке Рио. Здесь более 50 видов экзотических животных из разных уголков планеты. Обитатели Рио активно помогают Деду Морозу. В зоопарке можно подписать вот такую красочную открытку и положить в волшебный ящик. Почту проверяет лично зимний волшебник. В этом ему помогают жители зоопарка. Рассылают новогодние пожелания по всей стране. А еще здесь объявили интересный конкурс. В нашем зоопарке Рио проходит конкурс на лучшее видео домашних животных. Каждый желающий может принять участие. Для этого нужно снять видео, подписаться на наш аккаунт, это зоопарк Рио, и поставить хэштег «Зоопарк Рио». Подарок победителю – модный гаджет. А абсолютно для всех – море позитивных эмоций. Зоопарк Рио, музей занимательных наук, конный театр и дом великана ждут своих гостей. Сюда за позитивными эмоциями и новогодним настроением.